Город есть, а памятника нет. Жители Кронштадта и Кронштадтское морское собрание обратились к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой поддержать идею установки памятника Федору Ушакову. С инициативой согласны также военные моряки, гарнизоны и местная администрация. Удивительно, но несмотря на обилие памятных знаков, в Кронштадте до сих пор нет ни одного, посвященного самому известному адмиралу России. А между тем, судьба прославленного русского флотоводца около 20 лет была связана с городом-крепостью. Здесь он впервые встал на командирский мост. Кронштадт также стал и последним местом военной службы Федора Федоровича. Личная храбрость, отеческая забота о подчиненных, высокое военно-морское искусство создали Ушакову всемирную славу. Он коренным образом изменил тактику ведения боя парусных кораблей, создал систему обучения и воспитания личного состава, многие элементы, которые действуют по сей день. Эскадры, которыми он командовал, не потерпели ни одного поражения. Памятник прославленному адмиралу планируется установить с северной стороны Кронштадтского морского собора.